Всем хай! Сегодня мы продолжаем проходить игру The Long Dark. Четвертый эпизод. Так, на чем мы остановились? Так, это тюрьма, нам вот туда идти надо вроде бы. Если я не ошибаюсь, да, вот на дверь. Да, ключ от нее был. Итак, что мы сейчас делаем? Мы. Так, давайте разжечь огонь. Так. Разжжем огонь. Так, мы сейчас будем отправляться в больницу за лекарствами для нашего начальника тюрьмы. Ибо его слегка сильно пригреет. Печка буржайка. Ладно, ибо его слегка пригрели. Да, пошли этот шкафчик. Could end up being useful. Давайте прочитаем текст. Внимание, служащий и персоналу. Так. К жутким морозам добавилась новая проблема. Мы получили несколько сообщений о том, что в необычном волке, с которым встречались в прошлом году. Похоже, он вернулся. Мы надеялись, что он ушел далеко отсюда, но свидетельства его агрессивного поведения говорят об обратном. Дабы разобраться, имеем ли мы дело с одним волком или целой стаей, мы пригласили местного эколога, чтобы он провел исследование и дал нам ответ. Ну а пока соблюдайте повышенную осторожность, выходя за территорию, и не отходите далеко от своих транспортных средств во время поездок. Все, спасибо, мы поняли. Ё-моё. Возьмём. О, перчатки. Возьмём. Банка почта. Нахрен она нам нужна, конечно. Честно, не знаю. Так, это обыскать нельзя. Так, что у нас? Во! Вот это вот нам. Возьми это с собой. Правильно, возьмем. Давайте подобрать. Похоже, ты так будешь делать. О, патроны. Возьмем это. Выпьем это. А как здоровье восстановить? Кто-нибудь мне объяснит? Так, служебная записка. Во время последнего обыска мы обнаружили новые контрабанды хлопушек. Неплохая работа, учитывая обстоятельства. Может, они помогут нам отогнать волков? Наверняка эти штуки чертовски громкие, так что не поджигай их просто так. Спасибо. Только возьмем с собой. Так, сейчас... Давайте глянем по здоровью на все это, что нас использовать. Здесь вообще здоровье восстановить. Кто-нибудь объяснит? Добрые люди. Ладно, пока мы транжирить запасы не будем. Давайте открываем. Все, мы покинули тюрьму. Итак, сейчас будем искать больницу. Так, запись идет? Запись идет. Отлично. Угу. Главное, чтобы тот волк нас не преследовал. Так что давайте пойдем. Не, блин, а реально, как восстановить здоровье-то? Что у нас там по карте? Мы вот они, ага. Так, мы... А, это река. Все, понял. Понял. Дурак, возможно, но понял. Так, еще раз. Ну, пойдемте прямо. Там у нас что? Там у нас ничего нету. Подожди, там волки, но они нам нахрен не нужны. Здесь олень. В принципе, пусть олень живет, у нас еды полно. Какой же он не спортивный, ё-моё. Новая машина. Нормально. Здесь прицеливаться можно. Хорошо, пойдет. Блин, снежок метет. Прикольно. У нас сейчас за окном, кстати, тоже снег метет. Кто любит такую снежную погоду? Сидеть возле печки, греться. Блин, вообще же кайф.
А, да, можно сесть. That'll come in handy. Ладно, понятно. Во-во-во-во-во. Вот это вот мне нравится. Давайте перезарядимся. Теперь мне волки не страшны, наверное. Так, мы идем правильно. Нам что, туда идти надо? А я куда сейчас ушел? Я пошел сейчас в какой-то лес. Ладно, давайте пойдемте вот сюда. Бежим. А ну брысь, тупая псина. Еще рычит на меня, посмотрите на нее. Блин, вот что могу сказать, очень сильно в этой игре не хватает прыжков. Блин, это довольно-таки напряжно. Рычать она меня удумала. В правильном направлении идем. Пёс несчастный. Так, олень, подожди. Так, нам вот сюда. Да, нам вот сюда. Блин, не подумайте, это не я стонаю. Это он. Все, ребята, как Новый год собираетесь праздновать? Блин, я уже мандаринки хочу, а их все нету и нету. Вы не представляете, насколько это больно и обидно. Зато у меня есть хурма. Кстати, не забывайте наливать себе чай и смотреть мои видео под чай. Так. Ага, то есть у меня еще есть время прицеливания, нормально. Не сюда, не сюда. А сейчас машину обыщем. Здесь транспорт, о, факел. Подожди. А. Эй. Во. Это другое дело. Мне с ружьем пока вход не будет. Так, это у нас. Варежки. What have we here? Давайте возьмем. Чего у них у всех факелы были-то? Ладно, ладно. Ладно, не будем задаваться с лишними вопросами и пойдем. А куда пойдет, то хрен его знает. Дойдем, так дойдем. Вроде идем правильно. Блин, как можно быстрее выносливость восстанавливать? Опа, на. Минус два. Find some place to escape this cold. А, он все свалить решил? Ну и пусть валит. Правильно делает. Соберем. А чё, почему? Не понял. Ну твою душу. А почему я сдох-то? Кто-нибудь может мне объяснить? Is it food or? Ладно. Как восстановить жизнь?
сообщение. Вот я здоровье может сохранить. Калории у нас все нормально так. Риск заражения. Пум-пум-пум. Ладно. Ну, задание, я так понимаю. СМС. Так, значит, мы еще несите темные шкафчики открыли. Could end up being useful. А, это сейф. Ой, ну ёшкин кот, ну что ты будешь делать? Ладно, давайте побежим тогда быстро. Ага, быстро-то и не получится. Господи, это олень. Еще один олень. Раскакались все, блин, северные олени. Давайте. Вот это вот используем. Why didn't that work? Это средство не помогло. Но, блин, вот они скачут, а напрягает. Так, у нас есть еда? У нас есть. Ладно, понятно. У нас ничего нету. Thank goodness. This will come in handy. Объясните мне, вот почему нельзя было твою душу? Я думал волк, а это кролик. Напугал меня, зараза. Стой! Так, а мне не туда. Не вот туда, все. Мы волка напугали. Пусть бежит. Пес. Нам в том направлении. Ну, ё-моё. Как можно здесь выносливость улучшить? Так, давайте пули не будем тратить все-таки. Нам туда. Там у нас ничего нет, так что им сюда. Ай. Най-най-най. Вот, собственно говоря, и мостик. Нехилый такой мостик. А вон эти две машины. До них нужно пешком пройтись, там, облутать их. Мне вот интересный вопрос, где я один патрон просрал? Почему у меня не хватает одного патрона? Ага, теперь другой факел. Понятно. Это был синий опасный. Сейчас не опасно, сейчас безопасно. А что такое? Ладно, фиксим, потом придемся, узнаем. А, вот он опасный факел. Все. Так, 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 так. Что у нас по одежде? Погодите, по одежде, что у нас? Принадлежности. А, варежки.
Ага, вот так можно выбирать, да? Носить. Понятно, здесь что-то может быть лучше, что-то может быть хуже. Ну-ка. Вот защита 1. Минус 3. Минус 0. Давайте вот эти носить. Так, носки нету. Хрена мы, конечно, одета. Ой, а здесь бардачки можно было обыскивать. Чего вы хотите сказать, что он так долго кроссовки переодевал? Что уже разэтывалось? Да, мы туда идем. Здесь у нас волки напали. Понял, больше на волков. Волков разделывать больше не буду. Не стрельнул, почему не стрельнул, я не понял. Бракованные какие-то волки. А я не зарядился, конечно, это круто. Обыскать мы что здесь должны. Так, веревка наверх и пещера. Может, сохранимся на всякий случай? Давайте сохранимся. На этом моменте. И пойдем в пещеру. А потом наверх. Ой. Вот, пусть валит. Я думал, он на меня накинется. Ой, аптечка. This stuff will come in handy. Антисептик. Can't feel my feet. А где этот? Мой рюкзак. Вот эти вот эти. А следующую взять. Да, от них, конечно, света много. И значит, ничего интересного и нету. А я думал, здесь что-нибудь интересное придумают. Фиксим, короче. Надеюсь, выносливости хватит. Надеюсь, он не сорвется. А то вдруг, знаете. Ага, поднимаемся наверх. И что тут у нас? Надеюсь, короткий путь. Духи черного камня, это что такое? Так. Это для тюрьмы у нас. Я... Мне уже что-то подсказывает, что если я туда вернусь, они меня обратно не выпустят. Поэтому. Это у нас все. Аптечка. Антисептик. Давайте используем. Используем. Обработаем шею. О, вылечено. А как теперь здоровье восстановить? А как мне теперь лагерь разбить? Давайте побегаем, чтобы не холодно было.
Wait. I'm so cold, I'm warming up again. Так, окей. Не можешь лагерь разбить? Ну ладно, будем греться. Покушаем воды, попьем, поспим. Fire's life out here. Так, здесь у нас все это действие в лагере. Аптечка. Come on, come on. Давайте, да, и да, и да, и да. Я так понимаю, мы здесь будем мерзнуть по-любому. Ну-ка, действие в лагере, так. Пальный мешок. Расход калорий 480, калорий на 2000, так. По ощущениям, бонус теплый, так. Давайте сон, поспим. Надеюсь, наши лодки не сожрут. А то будет обидно. Эй. Come on. Блин, что делать-то? Are you serious? Не удалось сжечь костер. Почему? Разжечь огонь. Ой, риск переохлаждения вылечился. Come on. Не удалось сжечь огонь. My fingers feel numb. Давайте еще раз попробуем. Во, во, гори! 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 Ура! Добавить топливо. Все так. А почему еще не утро-то? Я не понял, честно говоря. Так, нам нужно еще попить. Я понял. Это что у нас? Навигация, оружие, еда, источник света, напитки. Во, вот это нормально, купили. Еду. Ай. Где-то волки воют, но нам пофиг. Действия в лагере. Так. Подождать. Пальный мешок. И давайте спать. 6 часов, давайте сон. Отдых. Давайте новый кусок соберем. So cold. Понятно, не греться нам нечем. Источник света.
Ладно. Ну давайте отправимся по лесу вот туда потихоньку. Под туманом. В тени. В одиночестве. В холоде. Блин, он так топает, как будто за ним еще кто-то топает. Вот это вот серьезно. Нам прямо. Видишь препятствие? Обойди его. Машина. Машинка. Я в машине. Что там было? Что засветилось-то? Какие транспортные средства? Что он такой жирный-то? Привет. Тупая псина. Damn it. А нажрёмся таблеток, почувствуем себя бессмертными. После сна нам нужно состояние свое яркое. Что там было? Что произошло? Они же типа сварили? А, ну правильно сделали. Бардачки вкусно. Ладно, ладно, нам сейчас прямо. Он такой жирный волк ходил. Так, туда. Да, патроны будут только на жирного волка тратить. Теперь с ним что напрягает. Я его хочу замочить. Ну ё-моё, теперь... Столько выносливости потратил впустую. Ай. Ты как? Давайте по воде не будем ходить. Или походим. Добавьте в эту игру, пожалуйста, прыжок. Вот реально просьба такая к разработчикам. Давайте сохранимся. Что мне не нравится. Знаете, такое присутствие, знаете, потом нужно сохраниться. Это вот обязательно вот прям. Ой, лось. Тут пока не живут, там могут. Так, а потом мы в тюрьму как будем возвращаться? Неужели мы опять такой круг большой будем делать? А, нет. А, да. Мы заблудшая душа. Пам. Пам-пам, пам-парам, пам-пам. Ой, у нас один факел. Меня напрягает то, что я не могу здоровье никак восстановить. Как мне его восстановить, подскажите? Ага, оно еще и уходит. Совсем доступ у него. Ой, сохранение. Сохранение сработало. Бегай, грейся, когда бегаешь. Бег в кайф. Бег для здоровья.
огонь развести мы не можем. Почему? Что не так-то? Я не пойму. Они что-то мокрые? Одни из серёг, вот эти вот стандартные. 4. Похолоднее, сколько дальней скорости не стремится. Почему? Не умирай. Живи. Ты будешь жить. Нам вон туда идти. Почему мёрзну-то? Ведь есть населённый пункт? Населённого пункта нету. Так что придётся бежать. Вернуться в чёрный камень, в плане кидания. Журнал, навигация, оружие, еда. Еда, напитки, аптечка. That didn't work. Не получилось. Обезболивающий, антисептик, антисептик. Уж, блин. Даже не знаю. Ну, будем верить в то, что добежим. Здесь вот немножко осталось, и бежать по скалу. Чуть дальше надо было бежать. Ать-два, 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 ать. Не хоть. Чего он так тяжело-то эти все переносит? Вроде мужик, здоровый, как говорили. А чё от каждого падения? Вот куда нам нужно идти. Спать на морозе можно. Где-то вон там. И что это за пещера? Посмотрите волчью пещеру. Понятно. Так, он свалил. Понятно. И чё? Он бессмертный! Ай! Живи! Я хочу плакать. Так, ладно. По нему уже сразу стрелять. Хрена. Я куда не пойдут. А мне куда идти? В смысле заклинено? Стреляй! Стреляй! Ты серьезно? Так просто что ли? Да блин! Давайте прочитаем. Подожди.
меня есть кое-какое дело. Нам нужно выселиться. Используем. Oh, come on. Ты что, опять вернулся? Да твой... Да. Что-то пошло не по плану. Не повезло, не фартануло. Ё-моё, вот я косой-то, однако. Появился агрессивный волк. Опа, она вот мне и жопа. Все, мне хана. Валим, пацаны! Что спецназ? А чё они бегут-то? Ай! Разжигайся! Попытка номер 3. Надеюсь, в этот раз все получится. Нет, не получится, я понял. Оно, конечно, вовремя сохранилось. Что? У меня факел, уйди. Да ё-моё. Уйди! Уйди, нехороший! За твою душу! Стреляй! Что? Давайте его выберем. Ну блин, ну пипец. Ой, блин, дебильное автосохранение. И что, вообще пофигу? Только что их вообще не испугался. Да, ё-моё. Вообще. Это кем? Подожди-ка. Ладно, ясно, понятно. Что-то будем делать. Ага, им этот факел, да пофигу вообще.
А мне вот не пофигу. Куда патрон выбросил? Валим, валим, валим. Что, у меня здесь есть что-нибудь? Ой, повезло было. Лучше мне свечку, спичку зажечь. Ой, ну гребаные пушистые. Что он такого сделал-то, а? Ё-моё. Давайте вот сюда вот это снова пробежимся. Ну что поделать-то, а? Здесь у нас хоть пули есть. А, нам в обратную сторону бежать. Куда? Да, куда? Побежим спидраном. Пам-пам-пам. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ладно, стоя волков. Я ж не успокоюсь, пока я его не грохну, теперь этого волка. И чё? Да ну нафиг. Вот, отстали от меня. Ладно. Идем вот так. Ну, блин, мне вот напрягает то, что стамина очень долго восстанавливается. И, знаете, это как-то не по себе. Он так же дышит тяжко, знаете, ё-моё. Вообще не прикольно. И вот отсюда у нас остается вход в пещеру. Так, давайте новое сохранение создадим. Угу. Чё? Он вообще страх попутал. Идите сюда. Куда ушли? Давайте, я же знаю, что вы вернетесь. Всё, не возвращайтесь больше. Если вам не рады. Wonder if this is any good to eat. Давайте прочитаем текст. Исследование поведения волков на острове Великого Медведя. Ошибкой приезжать сюда. Промежуточный отчет. Администрация. Черного камня.
был неполным. Эти животные явно пережило серьезную травму или долго голодало, чтобы проявить до такой степени абертантное хищное поведение. Я хочу предложить усыпить волка, чипировать и перевести в другое место, чтобы дать ему шанс на выживание. Черный камень позвал меня сюда из добрых побуждений, и я должна дать им и другой вариант, кроме убийства. Это удивительное существо, достойное изучения. Это необычный волк. Цель выполнена. Давайте сохранимся. Так, ну у меня теперь есть такой вот вопрос один. Здесь пещера, оттуда мы не сможем сюда вернуться, да? Это по ней, я правильно понимаю? Мне что, теперь обратно идти круг? Да? Или мы можем спуститься на речку? Давайте проверим, можем мы спуститься на речку или нет. Ой. А, здесь калории уходят. Вкусные калории. I'll die if I don't warm up soon. Кто-нибудь объяснит, как мне это работает? Давайте попьем тогда просто. Why didn't that work? Почему? Действительно, почему? Характерно сваливаем отсюда вам. Там мы на речку сможем спуститься? Минус 15. Не, мы пойдем прямо. Если туда свернем, то мы куда-то вот туда выйдем. Нам туда не надо. Ой. Блин, долгий муторный выпуск получается, и ничего интересного, никакого сюжета. Вот это вот обидно. В целом так, в принципе, игра мне нравится. Аккуратнее, возможно, набрал. Я не туда пошел немножко. Не что ли? Надо было вот туда, что ли? Я еще мерзну, я так понимаю, да? Я так предполагаю. Ага, здесь небезопасно. Ясно, понятно. Он качается. По нему бежать не стоило. Блин, а че локация такая жесткая? Здесь ничего нет такого. Последний участок. Вон домик есть какой-то, я вижу. I don't think that's where I need to go. Думаю, мне не туда. А я думал, побереться ты хочешь. Думал, ты вообще от холода не умираешь. Обыскать ящик. What have we here? Что у нас тут? Да ни хрена интересного. На эту мы тоже залезть не можем. Ты серьезно? Ты еще покоцался? Да, ладно. Ой, бьет туалет. Ты че, блин? Серьезно, ничего нету здесь? А зачем я туда сюда шел?
Мне нужен костер. На готовность 3 минуты осталось. Я вообще не помню, блин. Почему? Актуальное задание так. Ладно, это аптечка. Вода. Нафига мне было туда идти? Давайте съедим это. Согревание бонус. Ну ничего не может сделать. Последний участок. Это чувство, мне сюда вообще не надо было идти, да? Теперь сейчас давать такой круг. Здесь же нигде никаких построек нет. И метку нельзя поставить. Вот что обидно. И по речке нельзя спуститься, пойти. Ну и нафига я сюда шел вообще? Ладно, всем спасибо за просмотр. Продолжим в следующем выпуске. И удачи всем. Желаю счастья. Here we go.